Маргарет Тетчер, Ангела Меркель та Хіларі Клінтон – ці персони – яскравий приклад жінок у політиці. Гендерні експерти кажуть, останнім часом це питання набуло особливої актуальності. Обговорювали цю тему у Запоріжжі, місцеві експертки провели круглий стіл. До яких висновків дійшли, розповість Катерина Філімонович. 17% – саме стільки жінок в Запорізькій міськраді. Це майже удвічі менше, ніж у минулому скликанні. Боротися із політичною нерівністю вирішили місцеві активістки. На їхню думку, те, що жінка має тільки прати і готувати – гендерний стереотип. І це треба змінювати. Оно было и в Западной Европе, оно было и у нас, но Западная Европа, начиная с 60-х годов, женщины начали очень активно продвигаться в политической сфере. Экономическая стабильность и экономическое развитие этих государств было более высоким, женщина освободилась от домашних забот и хлопот. Більше року тому активістки започаткували гендерний проєкт. Він спрямований на підвищення кількості жінок в політиці, зокрема в міських та обласних радах. Також створили міжфракційні групи, обрали основні напрямки роботи. Це соціальний захист дітей, людей з інвалідністю та пенсіонерів. Результати своєї роботи обговорюють за круглим столом. Вже створили учбовий клас для онкохворих дітей. Це пілотний для України проєкт. Пускай это ослабленный учебный процесс, но ребенок в строю, то есть он не отстает. Ще один проект, над яким зараз працюють жінки у політиці – інтернат для дітей з поглибленим вивченням фізики та хімії. Ми хочемо створити більш краще умови для дітей в сільській місті, районних центрах, щоб вони, імея склонності, імея таланти, все-таки змогли їх швидше розвивати. Учасники проєкту впевнені, щоб реалізувати заплановане, жінкам слід активніше включатися у політичний процес. Катерина Філімонович, Сергій Регида, телеканал ЗЕТ. Нашій студії Тамара Огородова, керівниця гендерного проєкту, яка розкаже про жіночі перспективи у політиці. Вітаю вас, Тамара Миколаївна. Отже, наскільки гостра ситуація з гендерними стереотипами в Україні в цілому? Добрый вечер. Спасибо большое за приглашение принять участие в этой передаче и за освещение нашего круглого стола. Вы знаете, проблема гендерная в Украине очень острая. Другой вопрос, насколько воспринимает общество это как проблему или не воспринимает ее. Если мы посмотрим сегодня на два таких параметра, по которым Швеция, Норвегия и все страны Европы, они вышли на первые места, это первое – создание социального государства в виде высоких социальных стандартов и решение проблем экологии. Я уже не говорю о том, что эти страны находятся в мирном процессе, то есть у них мир давным-давно и общество достаточно стабильное. И давайте посмотрим теперь на Украину. 25 лет практически женщин в политике, в высших эшелонах власти – единицы. Единицы женщин, что мы имеем? Очень низкие социальные стандарты. Социально-экономическое развитие нашей страны идет постоянно с огромной теневой экономикой, которая не дает возможность повысить эти социальные стандарты. Это второй момент. И в итоге война. Война на востоке нашей страны и большие территориальные потери. Скажите, пожалуйста, это проблема или не проблема? И давайте теперь подумаем над тем, что бы было, если бы, допустим, в парламенте было женщин 50%, в правительстве женщин было бы 50%, так как это есть сегодня в Финляндии, Норвегии, Дании, Швеции, Канаде. Я уверена, что эти параметры были бы другими. И именно эта уверенность сегодня движет и мной, и такими же активными женщинами, которые участвуют в продвижении гендерных стандартов, а именно равноправном принятии решений, что женщинами, что мужчинами на всех уровнях. Тобто до ситуації, яку маємо зараз, це призвело керівництво чоловіків, на вашу думку? Вы знаете, я думаю, что дисбаланс представительства интересов женщин и женского населения и интересов мужского населения, именно дисбаланс, он привел к такой ситуации. А если в чем разница, если керует человек и керует женщина? Если мы с вами посмотрим, за что отвечает мужчина, мужчина, как правило, всегда направлен на зарабатывание денег. То есть экономическая составляющая, он должен заработать деньги. Знаете, как еще в древние века он должен был пойти раздобыть кусок мяса и принести шкуру мамонта. Женщина, которая оставалась и следила за стариками, женщинами, за стариками, за больными инвалидами, за детьми, она должна была распределить и правильно эту шкуру, и это мясо, которое ей приносили. То
То есть на сегодняшний день ничего не изменилось у нас в семьях. Как правило, зарабатывают оба, и муж, и жена, но более прагматично, более, скажем так, скрупулезно распределяет бюджет женщина. Она планирует свое, как бы, развитие своей семьи, она планирует перспективные направления, такие как обучение детей, учить в гимназии или учить в обычной школе, где будет ребенок получать образование. Это тоже требует финансовых вложений, это перспективные направления. А теперь давайте на минутку представим, что мужчины, которые в семье этим не занимаются, и вдруг на уровне региона, на уровне государства решают эти проблемы. Если у них нет, скажем так, такого опыта, скрупулезности, если это не заложено природой. Могут ли они эффективно работать? Возможно, и могут. Но давайте посмотрим на результат этой работы. Я уже привела в самом начале результат работы тех парламентов и тех правительств, которые сегодня есть в Европе, в цивилизованном мире, и результат 25-летнего отсутствия женщин. И хотела бы напомнить и телезрителям о том, что квота, гендерная квота, так называемая, это количество женщин в парламенте на всех уровнях, и в национальном парламенте, и в местных советах, она была с 47 года по 91 год. И 33% женщин были в национальном парламенте, Верховный совет, 33% женщин были в городских советах и в областных советах. Зараз было... квота есть? Сейчас этой квоты нет. Квота была только на выдвижение количества женщин или мужчин. Должно было быть в списках не менее 30% представителей одного пола. То есть речь шла о том, что мы включаем в списки. Дальше на территориях идут выборы. И за место в парламенте национальном, или мы национальный уровень не берем, это были выборы, местные советы, на региональный уровень, на городской уровень избиратели уже выбирали. То есть женщины и мужчины, выдвинутые от какой-то партии, они проходили отборочное такое сито, очень жесткое, избирателями на своих округах. И если мы учитываем загрузку женщины по домашним делам, загрузку женщины по воспитанию детей и так далее, есть ли у нее возможность очень скрупулезно подготовиться к этим выборам и наравне с мужчинами выходить и рассказывать, и доказывать, что она будет делать? Конечно, у нее меньше времени. И поэтому наш проект, в котором мы работали, был направлен на то, чтобы повысить уровень знаний этих женщин, которые очень активно хотят решать общественные проблемы, проблемы своей громады, для того, чтобы они имели возможность конкурировать с мужчинами, в том числе и в политической сфере. Яким чином це будете втілювати? Що собою являє ваш проект? Наш проект представляет собой целую такую серию мероприятий, которые мы проводили на протяжении полутора лет на территории Запорожской области. В этот проект были вовлечены, кроме благотворительного фонда «Єдні за майбутнє», были вовлечены наши местные общественные организации. 44 общественные организации присоединились к нам, поддерживая выдвижение женщин на местном уровне в наши советы, в советы областной и городские советы. Они подписали обращение к партиям, где попросили не 30%, а больше 30% выдвинуть, потому что стартовые условия были уже неравные для женщин и для мужчин. Вы знаете, прошли выборы, мы отследили, сделали мониторинг, выпустили буклет и показали, каких результатов достигла Запорожская область. Нас приятно порадовало то, что на 2-3% практически увеличилось количество женщин, которые заседают сегодня в различных уровнях, районных советах, городских советах, но это пока недостаточно. И в рамках нашего проекта мы взяли на себя такое обязательство провести обучающие семинары для женщин-депутатов. Навчання. Если мы берем обучение женщин, то в первую очередь мы познакомили женщин с теми инициативами, которые они могли бы реализовать в рамках своей работы на городском или районном уровне, или поселковом уровне. Мы показали им то направление, которое сегодня есть приоритетным во многих странах Западной Европы и во всем мире. То есть гендерно-ориентированное бюджетирование. Это когда анализируется распределение средств бюджетных, анализируется, кто получает больше услуг или меньше услуг на социальном уровне, почему так сложилось и каким образом необходимо подкорректировать ситуацию, если она в этом нуждается. И этот гендерно-ориентированное бюджетирование мы рассказывали о том, как оно делается, показывали примеры. Кроме этого, мы рассказывали о достижениях межфракционных групп, которые работают за рубежом в нашей Верховной Раде, и рассказывали о гендерном законодательстве, которое сегодня есть в Украине. Женщины-депутатки анализировали, как выполняются законы о гендерном равенстве в Украине. И вы знаете, единогласно,
все 5 наших групп, которые прошли обучение в разных районах нашей области, они пришли к выводу, что закон о гендерном равенстве, закон про рівні права и можливості жінок та чоловіків в Україні виконується тільки на 30%. Як бачите, це рішення було не однієї групи, яка б сказала, і ми сказали, що це заангажовані депутати, це рішення було усіх 5 груп, які проходили тренінги. І ви знаєте, після цього багато з цих жінок-депутаток вийшли з своїми ініціативами по створенню структур, по створенню по таких посад, які б все ж таки контролювали виконання закону, який прийнятий в Україні, а також тієї політики, яка проводиться як Європою, так і Організацією Об'єднаних Націй у всьому світі. А це політика підвищення рівня участі жінок на тих щаблях влади, де приймаються найбільш важливі рішення. А це, як ми бачимо, парламенти, законодавчі такі збори, і це кабінети міністрів. Там жінки теж повинні бути. И поэтому я бы хотела сказать, что вот это, наверное, наша главная задача в рамках проекта – показать нашему обществу, что очень не хватает женской активности, очень не хватает женских интеллектуальных способностей, прагматичности, скрупулезности, ответственности для того, чтобы навести порядок в нашем обществе. И когда мужчины, которые иногда высказывают, знаете, такую, может быть, скептическую, критическую нотку, когда они с нами общаются. Мы говорим о том, что мы не собираемся забирать власть у мужчин, мы не феминистки, но мы хотели бы подставить плечо нашим мужчинам там, где очень ответственные решения ложатся на их плечи и своими возможностями сбалансировать так это решение, чтобы оно было очень прагматично, чтобы оно было очень эффективно для развития наших громад. Тамара Миколаївна, наші журналісти запитали у запоріжців, чи довіряють вони жінкам у політиці. Давайте подивимося, що відповіли люди. Женщины на сегодняшний день очень сильные и не уступают мужчине ничем. Отношусь отрицательно, потому что я думаю, что женщины не могут брать на себя такую ответственность. Для меня без разницы, мужчина это или женщина. Очень важно, чтобы были свежие силы, свежий взгляд, как бы движение в будущее. Женщина в политике, если же женщина знает, какие цели она именно выставляет, и если же она соответствует своим целям, которые она выставила, естественно, от этого есть какие-то действия и толк, то, конечно же, доверяем и хорошо к этому отношусь. Нормально. Ну, они такие же люди, как и мужчины. Почему бы им не быть в политике? Положительно только. Хорошо, потому что не только же мужчины могут руководить политикой, а только и женщины. Потому что женщины тоже очень умный пол и тоже могут многое поменять в стране. Нагадаю, що в нашій студії Тамара Огородова, керівниця гендерного проєкту, і ми говоримо про жіночі перспективи в українській політиці. Телефонуйте за номером, який бачите на екрані, або пишіть на адресу у соцмережах facebook.com/телеканал Z, якщо маєте що запитати у нашого експерта. Пані Тамара, повертаючись до нашої бесіди, от ми побачили, що більшість респондентів все ж таки погоджуються з тим, що жінка у політиці – це добре. Як зробити так, щоб це дійсно стало реальністю в нашій країні? Тобто гендерна рівність. Я думаю, що в першу чергу необхідно, щоб політичні партії осознали і самостійно старались привлечь активных женщин в свои ряды и выдвигали их, не боялись выдвигать в Верховную Раду. Если мы посмотрим Запорожскую область, у нас не было женщин-депутатов в Верховной Раде. Но неужели у нас в Запорожской области нет женщин-депутаток? Я знаю очень много женщин, которые не один созыв были депутатами областного, городских, районных советов. Это умные, грамотные женщины, имеющие по несколько образований, волевые, вы знаете, понимающие проблемы в самом низу, потому что они их отрабатывали в советах этих уровней. Поэтому я считаю, что у нас есть и женщины, есть и, наверное, те женщины, которые хотели бы баллотироваться и принести пользу, работая на самых высоких уровнях. Но не всегда политические партии выбирают, скажем так, тех женщин, которые самостоятельны и которые уверены в себе и могут что-то предложить.
Потому что очень часто, знаете, бывает такой страх. Выдвинешь женщину, ею управлять не всегда бывает возможно. Если с мужчинами всегда как-то мужчины могут договориться, то женщина – это для них все-таки такая немножечко, скажем, сфера более таинственная, и Бог его знает, как поведет себя эта женщина. Поэтому, мне кажется, вот эта боязнь существует. Кроме этого, не все женщины сегодня готовы идти на более высокие уровни, потому что это более высокий, скажем, уровень ответственности. Это больше знаний необходимо, чтобы у вас было, потому что одно дело принимать решение на уровне поселкового совета, и другое принимать решение на уровне региона. Нужно оценивать и финансовые ресурсы, нужно иметь возможность и оценивать те программы, которые реализуются. Ну, я беру законодательный орган, парламент, то же самое. Поэтому женщины, они более ответственны, они больше подходят к себе, знаете, с такой вот меркой, а могу ли я, а смогу ли я, учитывая мою занятость, загруженность. Поэтому, мне кажется, это тоже мешает некоторым из них продвигаться вперед именно в политической карьере. Вот. Ну и с другой стороны, женщины очень, знаете, деятельные. Если они приходят в общественную организацию, они начинают очень активно работать в общественной организации с момента, как они туда пришли. В политических партиях женщинам и мужчинам приходится работать сначала в какой-то, скажем, оппозиции или, как называется, такая работа на продвижение партийных ценностей, идей партийных. И результатом становится уже приход к власти определенной группы депутатов, кандидатов, и потом они начинают уже работать, выполняя какую-то программу партии. Поэтому вот этот длинный промежуток времени, когда работа идет на будущий результат, возможно, тоже отпугивает женщин, потому что они не хотят тратить время на то, что когда-то будет. Они хотели бы быстро получать результаты и что-то сделать своими руками. Это тоже один из элементов. Мы проводили опрос. Это такой вот, знаете, когда женщина говорит, что ну, через 2-3 года что-то там будет, а я хочу сегодня непосредственно что-то изменить. Вот такие, ну и, безусловно, социально-экономическая ситуация у нас в Украине, которая буквально не дает возможности женщине выйти с дачного своего участка. Очень много времени на кухне она проводит, очень много времени она проводит в заботах о своем ребенке и о воспитании ребенка. Поэтому здесь тоже, наверное, те женщины, которые могли бы дать больше, но они загружены. Пані Тамаро, ми повернемось до нашої бесіди за декілька хвилин, а поки пропоную дізнатися, якою буде погода завтра, 25 січня. Нагадаю, що в нашій студії Тамара Огородова, керівниця гендерного проєкту, і ми говоримо про жіночі перспективи в українській політиці. Пані Тамаро, у нас є питання від глядачів, і, власне, цікавляться, як в Україні стати успішною жінкою та отримати керівну посаду. Ну, начебто жінок не беруть на високі посади через можливі декрети та лікарняні через хворобу дитини. Да, это тоже бывает проблемой, когда женщина приходит трудоустраиваться и задают вопрос, вы не уйдете в декрет и вообще вы не выйдете замуж. Поэтому это, в принципе, вот эти гендерные стереотипы и дискриминация, которая, к сожалению, в нашем обществе существует. Я считаю, что женщинам действительно сложнее сделать карьеру. Если женщина хотела бы написать научную работу, она ее пишет, и ей помогает вся семья. Если женщина идет в политику, не всегда муж и родственники это поддерживают. Ну, ладно, жінка в родині – це теж не кожен зможе пережити. Я с вами согласна, и поэтому вот это, может быть, тоже мешает. Поэтому если человек хочет сделать карьеру в политике, то, наверное, здесь очень важна поддержка друзей, знакомых и семьи. Я проходила этот путь, и я очень благодарна и своим друзьям, и своим знакомым, и своим родным за такую поддержку. Поэтому я уверена, что если у женщины есть большое желание менять наше общество, активно участвовать в изменении этого общества, если она видит, как она это будет делать, то она обязательно будет идти к этой цели. А главная задача наше общество и, наверное, партий – найти таких женщин, поддержать их, дать возможность им реализовать их проекты. А таких проектов очень много. И сегодня на круглом столе ми об этом говорили. Кого ви особисто вважаєте найвпливовішою жінкою у політиці? На кого варто рівнятися українкам?
Вы знаете, я не буду сейчас, чтобы не делать рекламу каким-то женщинам в Украине. Сегодня их большое количество. Мне очень нравится Даля Грибаускайте. Это очень большой друг Украины, которая много делает для того, чтобы на международном уровне поддержать Украину. Мне нравится Ангела Меркель, которая очень уверенно держится на политической арене долгое время. Вот я сегодня наблюдаю за Терезой Мэй, которая пришла, и вспомните, в самый тяжелый для Англии кризисный период пришла Маргарет Тэтчер, и теперь, когда Англия решила выйти из Совета Европы, и когда Англия сегодня находится тоже в достаточно сложной ситуации, опять пришла женщина. Поэтому это говорит о чем? Что женщины неплохие кризисные менеджеры. Вот. Ну и я могла бы назвать очень многих женщин, которые в политике сделали многое, и у нас они есть в Украине, и сегодня они очень многое делают, женщины в Верховной Раде, те, которые объединились в группу «Рим неможливости», которые забыли о своих межфракционных каких-то межусобицах, и которые работают сегодня на консолидацию сил, на то, чтобы у нас развивалась Украина, для того, чтобы у нас мирные процессы были. И это такая площадка для возможного консенсуса при прийнятті каких-то сложних політичних рішень. Пані Тамаро, я дуже дякую за змістовну бесіду, бажаю вам успіхів у вашій діяльності. Нагадаю, що нашою гостею була Тамара Огородова, керівниця гендерного проєкту. Далі чекаємо на голову поліцейської комісії Віктора Нестеренко. Будемо говорити про те, як відбувається набір нових поліцейських. Приєднуйтесь до нашої бесіди, телефонуйте за номером, який бачите на екрані, або надсилайте свої запитання на адресу у соцмережах facebook.com/телеканал Z, і вони обов'язково прозвучать у нашій програмі. А далі новини спорту з Микитою Карпієм.